Добро пожаловать в будущее, братишка. Пока кто-то блокирует Телеграм и освещает ракеты, другие юзают биткоины и смотрят порно в виртуальной реальности. Есть и третий тип людей, которые понимают, что мир стремительно прогрессирует, блокчейн, VR и электронная коммерция меняют его прямо сейчас. Команда сайта Start.com знает, как все это работает и отслеживает лучшие проекты будущего. Получает 1.5% в день до 55% в месяц. Открывайте позицию. Сидит на сутки, неделю, 2 или 28 дней и получай свой доход за счет технологии, инвестируя хоть 100 рублей, хоть миллион. Переходи по ссылке в описании на сайт Start.com и прикоснись к технологиям будущего вместе с нами. Новый написал. Вот. Ну, клево сейчас прям пишется, придумывается. Сейчас смотрел, вот. Не понимаю, куда что засовывать. А, в плане, ну, значит, у меня ни одного свободного дня. Ну, нормально, у меня только что был отпуск. А я все равно был на телефоне. Но был, типа, отпуск. Вот, поэтому сейчас самое время вот это все собрать, сделать и показать вам потом. Не терпится. Клип пьем не терпится тоже вам показать. Альбом все не терпится. Очень хочется, знаете, типа, запалить. У меня... Ладно, не буду рассказывать потом, а то сейчас это... Хочу сделать скрин. Ой, дурацкая какая-то херня. Покажи сиськи. Букер, бокс, чейни. Чекни. Да, потом как-нибудь чекну. У меня целая гора музыки, которую мне надо чекнуть. Я в последнее время... Почти ничего не слышал, кроме своего альбома. ЧСВ – это мои буквы. Да нет, просто интересно переслушивать свой материал, типа. Проводить работу над ошибками. Кайфовать такой, типа, да, пожалуйста, скажи ник. Ник! Клип Марьяны. Короче... Мне понравилось несколько фишек. Охуенная фишка с очками в виртуальной реальности. Просто бомба. И мне очень понравилось. Супер стильная хуйня. И прикольная фишка со стоп-кадрами, когда она размахивает каким-то оружием, и траектория прорисовывается. Вот это мне понравилось. Честно, песня мне понравилась. Дело вкуса. Мне не зашло. Вы снова просите показать кота. Киня! Киня! Кс-кс-кс-кс-кс. Иди сюда! Не хочет. Или крадется. Господи, я чем-то подавился, поперхнулся. Когда новое видео на Кляклаке? Ну, в сентябре. Я думаю, что в сентябре будет все. Чики-пуки, чики-тики-пау. Скибери-пи-пи. Кинь. Киня. Семен! Я не знаю, где Киня, ребятки. Так, а вы... А, вот он. Че орешь? Че у тебя опять глаз засрался? Иди сюда. Иди сюда. Эй! Эй! Киня! Кс-кс-кс-кс-кс. Как дела? Киня? Я тебя не понимаю. Что ты пиздишь там? Мне нравится, что он отвечает почти на каждую фразу. Иногда. Что? Чего? Ты пидор?
А я нет. Смотри, кинем. Туда смотри. Чё, ты хочешь убежать? Ну ладно. Какой у тебя рост? Охуенный карьерный рост. Я говорил, да, об этом уже? Я адово лагаюсь, сорян. Это не моя вина. Я перепила вина. Скибери, папа. Сбрей бороду и усы. Не. Если вы увидите, что у меня нет бороды, это значит, что мы досняли команду Э, которую мы должны были доснять, но снова не досняли, потому что у кого-то тур, у кого-то еще. Команда Э, да, чуваки, вы прикиньте, она до сих пор в процессе. Мне кажется, если мы доснимем команду Э, произойдет конец света. Нельзя ее доснимать. Всего-то год прошел. Всего лишь-то год, ебаный. Причем, когда я говорю доснять, я говорю реально доснять, потому что большая часть серии снята год назад. Типа, снято, готова последняя, по-моему, первая готова, вторая готова, третья почти готова. Там четвертую доснять надо. Где Ян? Смотря какой. Гамарджоба, как в Грузии отдохнул? Хорошо. Ел очень много. Очень переедал, лежал и делал вот так. Ой-ой-ой-ой-ой, блядь, как вставать, гамарджоба, блядь. Вот так вот и было. Есть годные задумки, что-то нового? Нет, всякую хуйню, только говнину придумываем. Там вообще ужас, кошмар. Сидим, влоги придумываем, знаешь, типа такие... как поздороваться вначале? Привет, ты что, не узнал меня? Это я Илью Прусикин, ну или что? Или по-другому? Целыми днями. Три сценариста еще сидит такие. Так, в каком месте Эльдару сказать во влоге слово с хуй? Везде или нет? Чувак, ты делаешь рэп для малолеток. Запомните, суки, я не рэпер, я блогер. Я видеоблогер, я не рэпер. Википедия говорит, что я видеоблогер и рэпер лезгинского происхождения. Я не рэпер, я блогер. Понятно? Не называйте меня рэпером никогда. Ты на Пост Малон похож. Сука, звучит как оскорбление, потому что Пост Малон похож на бомжа. Типа, ну правда. Я что, все плохо? Будут ли зашкварные истории? Ой, если очень сильно попросите. Дружишь с Алишером Моргенштерном? Ну, думаю, да, мы общаемся. А я... Так, а ты не говорил случайно, что марихуана ухудшает память? Говорил такое? Не помню, если честно. Слышал трек Комфлада и Флэша? Охуенный трек. Ну, мне очень понравился припев и парт Гонфлада. Ну, Флэш тоже норм. Мне нравится, типа, такой техничный, такой... Мы про батилихоп. Ведь сегодня мы выбираем потом видеоблог. Чисто я лезу, который потом... Это мой фастфол. Расскажи сказку. Ребята, сейчас будет сказка. Команда Э снята. И выйдет через день мой альбом завтра. В сентябре будет 7 клипов и совместный трек с Дрейком.
и Федуком. А еще выйдет большой блогерский сайфер, где все такие, типа, йоу, мы блогеры. Да, какую еще сказку? У меня большой член. Очень огромный. Видеоблогер и рэп-исполнитель. Я блогер, видеоблогер. Я не рэпер. Вы что, блядь? Рэперы так не делают, как я. Я позор для рэпа. Не называйте меня так. Песня про птицу из влога тоже трек с альбома. Ты что, кукухой поехал? Нет, конечно. Мы просто хуйню несем. Как относишься к Гумфладу? Это мой любимый рэпер из новой школы. У него, правда, клевый альбом. Очень тепло отношусь. Я когда его увидел на Раймс-фесте, я подошел и сказал: чувак, я тебя люблю. Что-то такое. Он, правда, пиздатый. Слушал группу «Они». Да, я сегодня у Кукаяки в сторис увидел. Прикольно. Прикольно. Если вы не понимаете, о чем я, идите к Денису Кукаяки из группы «Хлеб» в сторис. Там группа «Они» поет про грудь, как у Кизару. Что-то такое песня называется. Ну, забавно. Прям хорошо. Будешь ебаться в этом году? Слушай, если повезет, как я должен отвечать на этот вопрос? Типа оригинально, блин, я не умею. Ты рэпоблогер. Я блогер-блогер. Я блогер-блогер. Блогер-блогер. Вот и все. Идите в жопу, я король. Короче, ёпта. Ты сосёшь, ведь ты ебовый, клёвый бомж. Я снова в доме, я пришёл. Ты хочешь, чтобы я подох? Я блогер. Всё, я закончился. Когда именно альбом? Именно в сентябре. Знаешь о глазоедах? Не, ребятки, короче, раньше я был королем мемов, выкупал все моментально. Сейчас до меня мемы доходят вообще месяц, через месяц где-то там, где-то кто-то мне что-то случайно скажет, я такой, реально все, я не выкупаю, я не в теме. Прикалываетесь? Как дела у моего прыща? Нормально, все стабильно, он на месте, вот он. Спасибо, что интересуетесь. Ему очень приятно. Ты шо, у тебя усы секси? Спасибо, Кубстумер. Кубстумер, спасибо большое. Это они. Это они, эти усы злые, усы злые, усы злые, усы, усы. Видел я клип Раута. Нет, извините, пожалуйста, я не успеваю за клипами Раута и за многими другими штуками, которые выходят в интернете. Например, вот за сериалом «Школа», о котором мне написали в комментах. Понятия не имею, что это. С кем планирую следующий «Версус»? С Киев Стонером мы договорились, у нас будет «Версус». Мы с ним батлим «Здравый смысл». Фреш Блад говно. Мне нравится. Как по моему сам вкусно течет варенье. Слушай, да. Знаешь, короче, у кого-то было. Я еще умер от варенья. Я диабетик Карлсон, я умер от варенья. По-моему, у рэпера Свято такое было.
Это мне запало навсегда в сердечко. Умиротворение — это про меня. Эльдорадо помогает тебе твоя тату? Ну, короче, нет. Ну, частично, да, типа, знаете, я всегда это помню, это не... Я всегда помню, что потом будет поздно. Просто я еблан. Я помню, но думаю такой, ну ладно, потом. Потом будет поздно. Я такой, ну потом-то не будет, но потом будет. Ну, все очень запутано. Все переплетено, жопа и говно, как пел Оксимирон. Если тебе нравится фрешблад, то ты говноед. Слушайте, второй раз, вот мне вчера Илья Прусикин сказал, что, вот я ему говорю, вот я пересмотрел Букиных, сука, одну серию, смешно, мне нравится, клево, актуально до сих пор. И Ильич сказал, ну ты говноед, видимо, да, видимо, я говноед. Два человека это определенно объективно. Я один против вас, значит, я не прав. Я говноед, да. Чем сейчас занимаешься? Жду Саню. Мы будем снимать сегодня кое-что для сентября. Ну, вы там увидите, что мы там делаем американский рэп. Я сейчас слышу подобный бред. Этот парень звучит и выглядит как фейк. Бесит этот непонятный сленг. Их раздражает то, как я одет. И не с пены у рта кричат, что я фейк. Дикий Димаста, White Star. Ставь Луизу. Если ты делаешь американский рэп, часто слышишь подобный бред, этот парень звучит и выглядит как фейкер, бесит этот непонятный слэх и раздражает то, как я одет, они говорят мне лол кек, они с пеной рта любят пиздеть, а я такой, идите нахуй. Что там с клик-клак? Клик-клак, уебан, бадабум, пам-пам, краш-баш, краш-баш, краш-баш. Сука, очень крутой трек. Ты у Соболева? Да. Так, давайте, знаете что, у меня идея. Киня! Киня! Иди сюда. Иди сюда, Киня. Эй, кс! Иди ко мне. Попрощайся с ними, я буду заканчивать трансляцию. Всем пока. Я пошел. Somebody running me. Me, 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 me.